случайно совершенно просто подошел, значит, к Саньку. Он в этот момент, значит, фоткает голову с Audi S5, которая ездила на масле Kicks, еще и с проебом замены. Вот посмотрите, засвети. Нет, вот сюда. Во, вот так вот, смотрите. Сюда, смотрите сюда. А на Матюле такого нет, понял? Такого нет на Матюле. Посмотри. Вот. А я что подошел-то? Что я подошел? Я подошел, потому что, значит, на машине Степиной сестры Toyota Passo делают ТО. И мы, значит, тут увидели. Ну, она с Японии тоже пришла, вот как Prius недавно. Посмотрите, как вообще все выглядит. И просто как жалко, что сейчас за одну зиму вот это все превратится в ужас. Посмотрите, вот, швы какие. Это вот с Японии машина 70 тысяч пробег пришла. Посмотрите, болты на днище, алло. Вот, и поэтому вопрос. Кто в черном ящике? Кто занимается... Антигравийкой. Надо покрыть днище полностью. И эти. И арки. Два любимых слова. Арки. Агки. Агки тоже нужно. В общем, ребят, напишите Степану. Мне очень. Ну, а пока мы, собственно, ездили по всяким делам, делишкам со Степой. Гроза уже откатала все выставки. Все, куда мы должны были ее отвезти в полном... Бодикити, она отъездила, поэтому сейчас это все снято. Вот видите, я вам показываю, как это все выглядит под кевларом. Кевлар у нас отправляется в небольшой ремонт и заказывается новый кит. Мотор уже давно вытащен и готовится к дефектовке. Вот, собственно говоря, потом мы это все отмываем тщательно, тщательнейшим образом отмываем. Вот, правим кое-какие моменты, например, вот этот момент после Беларуси, видите, порог, да, нихера себе, да, вот это подкрашиваем, где ржавчинка чуть-чуть пошла, потому что все, значит, готовим и собираем на всем свежем, новом, играем.